Здравствуйте! Сегодня я хочу представить вам одну из новых разработок ОКБ Ритм – сканер Super Pro. Это один из профессиональных приборов. В нем, кроме режима ручного управления, который обычно используют специалисты-сканер-терапевты, имеются комбинированные режимы воздействия – пресеты, которые можно применять при конкретных состояниях. Они значительно упрощают работу начинающим пользователям. На нижней панели управления имеется батарейный отсек, в который помещается 4 элемента 3А, и имеется электрод, которым мы воздействуем на кожу пациента. Сбоку имеется тумблер включения-выключения прибора и гнездо для подключения выносных электродов. На передней панели имеется 4 кнопки управления прибором и экран, который отображает рабочую информацию. После того, как я включил экран, на нем можно видеть таймер, который отображает длительность воздействия прибора, индикатор заряда батареек и наличие или отсутствие контакта с кожей пациента. Прибор позволяет управлять параметрами экрана, такими как автовыключение, яркость, контраст и другие. При включении прибора мы можем выбрать либо режим ручного управления, либо режим пресетов. Сначала мы поговорим о режимах ручного управления. Для того, чтобы перейти в режим ручного управления, после включения прибора любой кнопкой мы выбираем мануальное, то есть ручное управление. После того, как появилась информация о рабочих возможностях на экране, мы можем выбирать те параметры воздействия, которые необходимы и более оптимальны в данный момент для получения более быстрого эффекта. Какие мы можем использовать функции, заложенные в приборе? Диагностика. Это режим, который позволяет объективно считывать информацию с кожи и на основе полученной информации выбирать место, оптимальное для лечебного воздействия. Диагностических режимов здесь заложено 5. Подробно мы о них говорить не будем, но каждый из них имеет свои преимущества и предназначен для определенных целей. Далее мы можем использовать режим прерывистой подачи импульсов, то есть непрерывная работа прибора, а электрические импульсы подаются с паузами в 1 секунду, и длительность воздействия прибора можно регулировать от 1 секунды до 5 секунд. Кроме этого, имеется возможность выставить режим единичного мощного импульса, который называется укус пчелы или би, пчела по-английски. Значит, далее мы можем использовать режим автоматического изменения частоты подачи импульсов от 30 до 120 Гц. Или же мы можем использовать принудительные частоты, то есть вручную мы можем менять частоту подачи импульсов от 15 Гц до 350 Гц. У нас есть возможность менять форму импульса, с которого начинает работать прибор. 5 вариантов содержит, и кроме этого автоматический прибор может менять эти импульсы в определенной последовательности. Есть режим интенсивного воздействия, когда мы можем воздействовать не единичными импульсами, а пачками, состоящими из от 2 до 8 импульсов в пачке. И если мы используем режим интенсивного воздействия, тогда между импульсами в пачке мы можем менять расстояние, то есть раздвигать или сдвигать импульсы в пачке на определенное расстояние, что значительно изменяет и эффективность, и субъективные ощущения, которые испытывает пациент при изменении этих параметров. Вот, пожалуй, основные параметры, которые мы можем использовать в данном приборе при ручном способе управления.
Итак, для того, чтобы нам перейти в режим пресетов, после включения прибора любой кнопкой мы выбираем режим пресет. Далее, в зависимости от того, какое состояние у пациента, мы начинаем выбирать тот пресет, который нам нужен. Какие имеются пресеты? Значит, пресеты работы с острым состоянием и с хроническим состоянием. Спортивные пресеты, пресеты, работающие на восстановление, пресеты, работающие с травмой, и пресеты, работающие с косметологией. Значит, острые и хронические состояния мы можем обрабатывать в течение произвольного времени или же таймером выставить необходимое время. Так. Далее, если мы посмотрим косметологию, тут есть различные подрежимы, которые могут использовать как начинающие пользователи, так и специалисты. Кроме косметологии, следующее, что мы видим, спорт. Здесь есть возможность предподготовки для спортивных занятий, обработка мышц после спортивных нагрузок. Далее мы имеем возможность работать с восстановительными процессами, то есть когда у человека после острых или обострения хронических состояний идут процессы восстановления, то можно использовать автоматические режимы для обработки тканей определенными комбинациями, которые заложены в прибор. При травме мы можем использовать обезболивающие параметры, мы можем работать с отеками, мы можем работать с различными восстановительными процессами, то есть закреплять полученный результат. Вот самые основные возможности, которые заложены для облегчения работы начинающих специалистов. И я надеюсь, что сканер Super Pro будет удобен в работе как для специалистов, профессионалов, так и для начинающих сканер-терапевтов. Я постарался коротко рассказать вам об основных возможностях прибора сканер Super Pro. Надеюсь, что этот прибор будет удобен в работе как для специалистов, профессионалов, так и для начинающих сканер-терапевтов. Спасибо за внимание.